Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. В эти выходные парки Самары приглашают вас на концерты и развлекательные программы. Обо всем этом расскажем подробнее. В субботу днем приглашаем вас в парк Гагарина на торжественное мероприятие, посвященное 140-летию Дня Самарского Знамени. Самарское знамя – это символ нерушимой дружбы городов Самары и Старозагоры. В программе праздника – выступления духовых оркестров, детских музыкальных школ, хоров и народных коллективов. Начало праздника в 14:00. Парк Гагарина. В парке Щерса вас ждет детский концерт. В парке Молодежный – концерт группы «Авеню Бит». В парке Победы – музыкальные ритмы от ансамбля народных инструментов «Волга Фолк Бэнд». В парке Дружбы состоится большая выставка классических ретро-автомобилей. Экспозицию дополнят мотоциклы прошлых лет и военная техника. Можно смотреть, трогать и фотографироваться. Время работы выставки автомобилей с 11 до 15:00. На главной площади парка Дружбы всех участников и гостей праздника ждет концертно-развлекательная программа, хедлайнером которой станет рок-группа «Спринты». Для самых маленьких организаторы обещают веселую анимацию на детской сцене и мастер-классы. Концертная программа с 12 до 3. В завершении праздника на территории конно-спортивного клуба «Буденовец» состоятся показательные выступления на лошадях, костюмированные танцы наездников под мелодии советских песен, а также выступление конкуристов с одним из самых зрелищных номеров на мощность прыжка. Представление начнется в парке Дружбы в 14:30. А вот еще одно событие, на котором стоит побывать обязательно. В воскресенье в парке Победы состоится 6-й городской фестиваль детско-юношеских духовых оркестров «Марш Победы». В фестивале примут участие детские, молодежные и любительские духовые оркестры Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Чапаевска и других районов области. В концертной программе музыка на все времена, от классики до современных хитов. Завершится фестиваль коллективным исполнением оркестрами песни «День Победы» и «Марша прощания славянки». Начало фестиваля «Марш Победы» в 14:00. Парк Победы. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!